Хорош пас налево. Гая. Подача опасна. Касильяс. 1-0 в пользу Валенсии. Паку Алькасар добавляет мяч в ворота после того, как Касильяс отбивает. Мы еще раз смотрим передачу Гая с левого фланга. И Алькасар, конечно, красавец. Он здесь вроде бы и невысокого роста, но, посмотрите, спрятался за спиной у Пепе. И все-таки эту борьбу выигрывает. Ну, конечно, такой мяч не должен доходить до нападающего. Пепе проиграл позицию, проиграл. Просто проиграл вот этот момент Пепе. Ну, а Касильясу какие вопросы удастся с близкого расстояния? Да, еще и смотреть с отскоком от газона, среагировать. Сразу же в раздевалку, и Асьер Эльгерамендь вместо него. Конечно, совершенно другого стиля нападающий. 2-0. Это Хави Фуэго, который забивает по огромным валенсийце, потому что хороша подача, никакого действительно офсайда нет. И кивок замечательной головой, затылком. Вот так вот на чувстве мяча и чувстве ворот Хави Фуэго переправляет мяч в сетку Икера Касильяса. И даже отважный прыжок Касильяса не помог ему спасти свою команду. 2-0. И находится в валенсийской штрафной. Еще одно падение. И что, арбитр? Пенальти. Судя по всему, пенальти. Не знаю, увидел ты момент или нет, так чтобы о нем судить, я не понял вообще ничего. Но... То есть на 2 минуты сейчас удалят кого-нибудь, да? Ну, Гая, конечно, толкнул в спину, но тут вот этот повтор просто идеально показывает. Мне кажется, подтолкнул. Ну, рука была на плече у Гая, а это уже нервы, вот это уже паника, понимаешь? Ну, может потому быть. Что, да, на компенсированной минуте вот зарабатывать такой фол... Да, Диего Алвес, лучший в примере по количеству отбитых пенальти. Удар поворотом не забивает Криштиану. Добивание! Эмо спасает свою команду. И Криштиану тоже задергался. Португал занервничал. Задергался, как говорил один эксперт. Посмотри, вот этот шаг, остановка и потом продолжение движения. Еще не попал по мячу. Второй. И вот уже в этой ситуации бы, наверное, все-таки добил мяч ворота, как сейчас это делает Пепе. 6-й угловой Реала становится результативным. И подозревал на свой гол Реал, конечно, наиграл. Да он больше, чем на один наиграл. Что творит сегодня Диего Алвес, это не поддается описанию. Он тащил все, что можно, но он не супермен. Он не может один вытаскивать матчи. Иногда это... Посмотрим. Моментов чемпионата. Бэйл. Ищет возможность для удара. Иско. Иско. Опять его фирменный замах. Удар. Иско! Рано мы хороним. Рано мы хороним Реал, потому что Реал вот действительно на... к Валенсии, который в свое время ушел за огромные 4 миллиона для игрока его возраста в то время в Малагу. И вот его восхитительный удар здесь даже, ну просто потрясающий проводящий матч, близкий к идеальному. Диего Алвес.